нам правительство Москвы не разрешает проводить митинги. Поэтому мы скреативили, грубо говоря, и решили, что мы будем проводить эту акцию. Потому что никаких других способов выйти и заявить о себе. Осторожно! Нам их... Подойди, пожалуйста. Пожалуйста, осторожно. Нам их всех перекрыли. Но... И поэтому мы возлагаем в связи с память Паши в зоне СВО, потому что наше правительство тоже делает вид, что в связи со специальной военной операцией солдаты не умирают. Проходят салюты, палки. Такое ощущение, что жизнь у всех вон продолжается, все прекрасно живут, да, и обращают внимание на наше горе, на нашу трагедию. Да, вот, да, вообще это... трагедия всей страны. Да, да. Это единственный способ. Что идет война вообще-то, ребята. Это опасно для вас быть здесь? Нет, это единственный законный способ выразить свой протест.